Сома, не снимайте, я не давала согласия. А я не давала разрешения торговать просрочкой. Не надо умничать, я не давала разрешения. Здесь конфликт устраивает, скандалы. Я вам не давал разрения торговать просрочкой. Я вам не давала разрешения. Так же, как и все остальные люди, которые сейчас здесь находятся. Они не давали разрешения торговать просрочкой. Вы, наверное, ошиблись номером? Нет, я не ошиблась. Подождите, еще раз, вы кто? Я не очень... Нет, подождите, на видеокамеру вы там снимаете? Конечно. Алло. Да, приезжайте, забирайте постановление, сейчас я обратно направлю. Вы, наверное, ошиблись номером? Нет, я не ошиблась. Подождите, еще раз, вы кто? Я не очень... И что делать мне надо? Алло. Да, я вас слушаю. Да, что у вас случилось, когда я продолжаю? Да, нам в магазине «Пятерочка» продают детскую просрочку. Продали мне на 4 месяца детскую кашу просрочено. Хочу написать заявление. Ну вот, жду полицию. Подожди, я уйду. Ждите. Ждем. Как долго? Не могу сказать, все сотрудники задействовали. Сейчас в городе сами проводят очень много мероприятий. Сотрудников очень мало. Ну сколько? А дети пускай травятся. Ну, давайте ждем. Это как бы очень долго. Это на видеокамеру вы там снимаете? Конечно. Как же потом доказать, что мы не с собой принесли? А вы это общественная организация, да? Нет, мы потребители. Потребители или общественная организация? Потребители. Ну, ждите. Ждем. Постарайтесь побыстрее, пожалуйста. Я вам сказал, все сотрудники заняты. Ваша заявка, конечно, очень важна, но это по перенадзору. Ну, я усматриваю признаки преступления предусмотрены. Вы можете усматривать все, что угодно. Я знаю. Специальное решение принято. Должностное лицо. Все правильно, абсолютно. Но вот я усматриваю, хочу написать заявление по возможному преступлению. Это ваше право. А как иметь вот это, как имя дежурного? Имя дежурного. Так, а представьтесь, как вас зовут? Я вам представился. Ну, оперативный дежурный 25 отдел полиции, майор полиции Курганов. Курганов. Бурханов. Ага, хорошо, товарищ майор, мы ждем. Бурханов, я услышал. Спасибо большое, мы ждем очень полиции. Ждите. Ты видишь, да, хамское отношение 25-го отдела да, полиции? Да, уже такое, ждите все на саммите. У нас вот саммит, и больше как бы дел нету. Вот, трупы лежат по улицам, да, там, это, маньяки, женщин в кустах, это, того сюда раздевают. Вот, «Пятерочка» продает детскую просрочку на 4 месяца. А саммит такая важная. Вот. Тут же президент, ты чего? Не гони на президента. Он сказал, что у нас в стране все хорошо. Да, ну президент, да, он действительно он сказал, может, что у нас все хорошо в стране. Ему не доверяют. Сотрудники полиции у нас грамотные, обученные, укомплектованные и транспортными средствами, и всеми документами. У нас нет оснований не доверять президенту. Да. Он сказал, что все есть, значит все есть. Ну что такое? Это фаршированное сыр, наверное, как мы недавно видели. Очень хорошее. Неплохие. Здравствуйте. Товарищ капитан, вы такой молодец. 2 минуты реально. Вот офицер дал слово, майор, да, в дежурке. Вот реально, вот 2 минуты оставалось до момента, когда закончится время. Угу. Давайте познакомимся с вами. Меня зовут Евгений Николаевич, я дежурный участковый 25-го отдела полиции. Да, Евгений Николаевич. Слушай, у нас есть 3 факта приобретения. Один вообще старый. От 1-го числа. И вот Кирилл приобрел детское питание. Обратите внимание, она просрочена аж на 4 месяца. Стандарта производства, срок годности 12 месяцев. Ну, смотрите, процедуру знаете, да, наверное? Сам директора ходит в машину. Ну, это замечательно, что она ходит, она никуда от себя не уйдет. Она процедура будет нужна. Смотрите, сейчас фиксируем данный факт. Соответственно, сами в курсе, да, что это некомпетентные сотрудники органов внутренних дел, что, соответственно, мы материал будем передавать в расход. Все правильно. Поэтому давайте с вами найдем место, вы напишите заявление, чтобы я вам хочу фиксировать данный факт. У меня нету с собой бланка устного заявления, потому что я еду с трупа, извиняюсь. Я, вот напротив вас был вот в том доме, вы, наверное, видели. Я видел, меня, кстати, да? На смекалке стояли на тротуаре. Такая, извиняйте, у меня аккумулятор один, а стоял я там 4 часа. Плохо. Это уже не ко мне вопросы, да. Я признаюсь, что я стоял на тротуаре. Единственное, наверное, смотрите, чтобы вам меньше писанины было, пускай они это оттест дальше. И список вам предоставили. Ну здесь же... Что, там детское питание, тут вот еще суд для детского питания просроченный. Ну здесь сколько наименований? А черт очень у вас, много. Мы что, считали, что? Здесь сейчас, собирали, например, собирали. Вон эти 17.05. Ну давайте вы как явный активист будете у нас... Активист. Будете, так сказать, написателем заявления.
для фиксации данного факта. Это уже приобретено? Это все, пробито? Приобретено детское питание. Вот одно, второе там внутри такое же. А вот. А у него 4 баночки в рюкзаке. А это все выявлено. Какой 4-то? 6? Ты что? А, 6? Ну, я не конечно. Запомнил. Так это от первого числа. Да, от первого числа. Это вот от первого числа, я говорю, ранее было приобретено. Поэтому на текущий момент есть 3 факта разных реализации детских просрочек. Ну да, ну так и пишите. Давайте закроем магазин. Слушайте, ваши это власти. Не в моей компетенции закрывать магазин, только Ростехнадзор может быть. Это возможное преступление, это правонарушение. И еще на полке может быть просрочка. Я вам еще раз объясняю. Мы сейчас передадим информацию в Ростехнадзор, так как они решают. А вот смотрите, давайте я вам сходу покажу сейчас. Одну секунду, ничего страшного. Вот смотрите. Вот сюда просто подойдите. Ну что, минус 4 градуса. От 0 до плюс 4. Ну, нарушение. Указывайте. Нарушение. Вот оно длится, вот оно сейчас на полках. Давайте закроем магазин, а? Я не в моей компетенции. Да ладно, это в вашей власти. Нет. Это административное правонарушение. Я не имею права закрыть. Ну, почитайте 205 приказ. Зато вы можете требовать прекращение административное правонарушение. Они его не прекращают? 19.3 и в отдел. Вы меня послушайте, пожалуйста, сначала. Хорошо. Давайте не будем. Я просто устал очень сильно. Давайте не будем вот этого. 4 часа провел. Вы говорите, я слушаю. Мы сейчас фиксируем это все. Передаем материал в Роспотребнадзор. Соответственно, мы требуем, чтобы прекратили противоправные действия. Роспотребнадзор рассматривает материал. Если они там что-то усматривают, соответственно, магазин наказывают, вам дают ответ. Я вас приглашу сюда. Ну, пока занимайтесь. Кстати, меня здесь снимать не надо. Это уже... Я все снимаю, происходящее в магазине. Особенно сотрудников полиции. Аналог должна храниться у вас при плюсовой температуре. Хранится при минусовой температуре. Убейте это. Почему? Ну, смотрите, там здесь написано у вас. Икра должна храниться от 0 до минус 6 градусов. От 0 до плюс 6 градусов. Убейте это. Вам пакет нужен? А вы можете вот эту вот тележку от ТСДшить, чтобы список был у полицейского? Да, просто там сканером или еще чем-то. Они у вас на развес, да, идут вафельки? Да. Тогда можно да, просто надо туда взвесить их и общее количество. На кассу в пакет взвесим. Какая позиция. Вес. 2,250. Лицо мое не снимайте, я не давала согласия. А я не давал разрешения торговать просрочкой. Знаете, что если вы выложите мое лицо, вы будете иметь дело с полицией. С чем? Вот сотрудник полиции сейчас здесь находится, пишите заявление. У вас уже и так уголовная статья за реализацию детского просрочки. 6 лет лишения свободы. Не надо умничать, я не давала разрешения. Без конфликта устраивать скандалы. Я вам не давал разрешения торговать просрочкой. Я вам не давала разрешения. Так же, как и все остальные люди, которые сейчас здесь находятся. Они не давали разрешения торговать просрочкой. Куда вы товар-то наш покатили? Сторону убираю, что людям ходить должно быть где-то. Пускай видят просрочку, как вы торгуете. Это же лицо пятерочки.
хочешь, можно будет? Записать пломбу. Номер пломбы такой-то, отпечатан. Там интересно, Роспотребнадзор, сколько я вкладываю за день? Роспотребнадзор ни разу не видел. Вообще, ни разу. Это реально сотни заявлений, ни разу видео не попросил. Ну, Дикси, кстати, хорошо, на полмиллиона штрафовали. За два моих визита. Номер пломбы. Где он? Вот. Пакет с просроченными продуктами согласно списке протокола осмотра 1-4. На скотчик можно приклеить. Пропадет. Не потеряй. Так. Так. Сохранная расписка. Я фамилию Сами. Приняла на ответственное хранение. Пакет с продуктами, снабженный пояснительной запиской, заверенной подписями. Бомба, мама. 0.32. Пятерочка выручает. А теперь что надо сделать? Подписывайтесь на канал Яковы Лайф, наш надзор Санкт-Петербург, и ставьте колокольчик. Всем удачи!